Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в Греции. Это регион Кавала, поселок здесь рядом. Будем сейчас инспектировать с вами отель Луци. Вот он наш отель. Тут рядом порт. Сразу же пляж через дорогу. Ну и сам поселок. Пятиэтажное, шестиэтажное здание. Ресепшн отеля. Welcome drink. Бар с видом на море. Отель большой, большой ресепшн, зона отдыха. Если вы хотите поехать в этот отель или в другие отели в Греции или по миру, вы можете обратиться в нашу компанию, наши сотрудники с удовольствием вам помогут. На сайте у нас, на сайте viking.by, есть удобная система онлайн-поиска и онлайн-оплаты. Заходите к нам. Значит, вот у них есть собственный пляж. Все? Это все? И есть общественный там справа. Там. Где-то там. Номер 306. Да, тип номер executive suite. Он же пока не снимет. Ковровое покрытие здесь, ковролин, большой номер. Большая кровать, плазменный телевизор, кондиционер, кофе, машина, есть два халата, две раковины, совмещенные, конечно же фен, зеркало дополнительное, ванна, джакузи, душ, душ тропический. Все круто. И смотрите, сколько здесь света, сколько окон и балконов. То есть чтобы вы понимали. На две стороны. С этого номера мы видим территорию бассейна и море со всех сторон. На пляж они ходят вон туда вот. У них здесь есть свои шезлонги. Кондиционер центральный. Соответственно, сейф, кровать. В коридоре здесь везде ковролин, поэтому будет тихо, шума не будет. Еще раз возвращаемся к номеру 302. Это у нас двойной номер с видом на море. Покрытие здесь ковролин, санузел, есть фен, дополнительное зеркало, одна раковина, душевая кабина и здесь два вида душа, душ тропический и обычный душ. Плитка, все чисто, аккуратно. Также вот меню. Ой, сколько это что тут стоит? Эх, не видно. Внимательно. По левой руке. Две отдельные кровати, кондиционер центральный, покрытие ковролин, плазменный телевизор, балкон среднего размера, два стула, стол, вид на море и на город, на Кавалу. Еще раз с этой стороны давайте. This is the standard room, the city view. Стандартный тип номера с
с видом на море боковым. Ванная комната такая же, ковровое покрытие. Это стандартный стенд. Стандартная комната? Просто немножко больше. С видом на город. Она с боковым видом на город и на море. Все то же самое, а там получается... Вот смотрите, нету балкона, вид на море боковой такой и на город. Санузел такой же. А, здесь нет тропического душа, видите, здесь просто обычный душ. Так что имейте в виду, что там получше. Такой же фен, все то же самое. Номер больше по размеру. Видимо, еще можно эту кровать поставить. 327 Junior Suite. Опять ковровое покрытие. Есть холодильник, бар платно. Цены я тут уже снимал. Еще раз. Вот, пожалуйста. Большой. Здесь вот можно еще две кровати. Большая кровать. King Bed. Плазменный телевизор. Центральный. До 4. Кондиционер. Здесь максимум 4 человека. Есть чайный уголок. Здесь уже есть ванна, душ, тропический душ, один умывальник, фен, все есть, все на месте. Сейчас выйдем на балкон, посмотрим, какой здесь балкон. Здесь два балкона, вот один маленький. С видом на море и на город. И рядом еще один балкон такого же размера. Выходить уже не буду. Кондиционер центральный. Вот видите, вот. И вот. Чай, кофе. Главный ресторан. С видом на море. Есть небольшой балкончик. Но там столиков не стоят. Не стоит. Стоимость данного отеля 1600-1700 евро на завтраках. Двух человек с вылетом из Минска. Здесь бесплатный интернет, сейф, Wi-Fi, полотенце. Если вы ходите на их пляж, то полотенце бесплатно, если на другой, то тогда там 2 евро. Алекарт ресторан. Вот эта часть принадлежит отелю, здесь шезлонги будут бесплатно с зонтиками, а дальше уже городской пляж, там будет платно. Для карты ресторана есть терраса, можно выйти кушать здесь. С видом на город и море. Большой зал, в котором можно проводить какие-то мероприятия. Это бассейн. Здесь рядом находится поселок Ковалов. Там будет весело молодежи. Здесь цены гораздо ниже, чем на Тассосе. Еще раз сниму вам большой зал, в котором проходят мероприятия. Видите, какая большая площадь, открытая. Друзья, если вам понравился данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений.